В 49-м доме 11-го микрорайона полностью завершены работы. Здесь отремонтирован и окрашен фасад. В 15-м доме 9-го микрорайона продолжается ремонт кровли и окрашивание фасада. По словам специалистов управления организации строительства, работы идут согласно графику. Нас приостановили дожди, погодные условия немного. Работы были приостановлены, но тем не менее сейчас уже на объектах ведется в полном объеме все те работы, которые все в графике, все по плану. Закончить работы в срок обещал и подрядчик, который занимался капитальным ремонтом 5-го и 9-го домов в 9-м микрорайоне. Сейчас с этой организацией расторгнут контракт. Со стороны муниципалитета будут приняты жесткие меры к подрядчику, вплоть до его смены и исключения из реестра добросовестных подрядчиков, чтобы больше такие подрядчики не работали не только в городе Губкинске, а вообще на территории Ямало-Ненецкого округа. Город уже начал отбор нового подрядчика. Напомним, что по закону на территории Ямала выполнять работы по капитальному ремонту домов могут только те подрядные организации, которые включены в реестр добросовестных подрядчиков. Сейчас в этом списке 94 компании. Из них 19 могут чинить лифтовое оборудование. В Губкинском в рамках капитального ремонта планируется полностью заменить лифты во 2-м и 12-м домах 9-го микрорайона. Лифтовое оборудование уже все. Уже укомплектованы полностью, уже завезено на складе, у нас уже сформированы бригады рабочие, и эти работы в этом направлении уже начнутся в ближайшее время. Подрядная организация полностью демонтирует старое оборудование, отремонтирует шахты лифтов и приступит к установке новых и современных кабин, которые отвечают требованиям комфорта и безопасности перевозки пассажиров. Полностью завершить все работы по капитальному ремонту планируется к сентябрю текущего года. Эдуард Хажеев, Денис Гимп, Алексей Магин. Новости Губкинского.